Михаил Игнатьев находится с рабочим визитом в Москве. В двухдневной программе встречи, заседания, подписания соглашений. Главу Чувашии ждали в холдинге «Швабе». Он объединяет ведущие оптико-электронные предприятия России. Михаил Игнатьев встретился с заместителем генерального директора Иваном Ажгихиным. Стороны обсудили возможность внедрения технологий проекта «Умный город», а также новаций в транспортной системе республики. Сегодня было подписано соглашение между холдингом «Российские космические системы» и Чувашской республикой. Компания станет партнером региона по созданию цифровой инфраструктуры. Благодаря ей активно будут развиваться геоинформационные технологии и сервисы, прежде всего в сельском хозяйстве, строительстве и управлении госимуществом. В ближайшие годы в Чувашии планируется запустить пилотные проекты в этих областях. Стороны также договорились создать дорожную карту развития сотрудничества. Ее реализация начнется с 2019 года.